Человеческие глупости не умрут от одиночества. Человеческие глупости вечно чем-то привлекательны. И всегда найдутся мальчики, и всегда найдутся девочки, что нажмут вот эту кнопочку, чтобы где-нибудь бабахнуло. И плевать, что током жахнуло, он же ток ему положено. Но зато какие искорки перламутрово блестящие, а мозги искрятся рядышком, не совсем функциональные. Но уже возникла очередь нажимать вот эту кнопочку. Говоришь им, вот подумайте, кнопка, вспышка, мозг поплавился. Есть причина, есть последствия, все понятно, как в учебнике. А они визжат и прыгают, веселясь, как дети малые, и пинают эту кнопочку с криком «Вау, диалектика!». Кто-то лег в реанимацию, отлежал 4 месяца, зарекаясь тыкать пальцами каждый раз во что ни попадя. Но выходит, видит очередь, рядом пляски с фейерверками. Он и лезет за компанию. Кто тут крайний? Здравствуй, кнопочка!